сегодня я хочу приготовить классическое такое блюдо, летнее блюдо, называется овощное рагу, но с мясом. Я сначала разогрела нашу сектор кастрюлю 4-7 литра, чтобы в ней немножечко притушить мясо. Оно сразу же так прилипает. И убираем сковородку, кастрюлю нашу с огня. Мясо немножечко потушится. Огонь выключаем. Так, прошло 2 минуты. Ставим обратно кастрюлю на огонь. Мясо немножечко потушило. Теперь начинаем добавлять наши овощи. А сегодня у нас... Что у нас сегодня? Сегодня у нас баклажаны. Вот, высыпаем. Дальше. Картошка. Все нарезали кубиками мелкими. Дальше можно лук, чеснок. Кабачок. В общем, используются все овощи, которые летом у нас есть. Можно морковку. Дальше перец у нас идет болгарский. Все отправляем с кастрюлем. Не перемешиваем. Добавляем немножечко соли. Буквально так это третью часть чайной ложки. Дальше. Лавровый листик. Специи. В общем, все специи, которые есть. Ну и естественно, что зелень. У меня петрушка здесь и кинза. А сверху все заправляем майонезом домашним, который я сделала при помощи нашего миксера Микси. В принципе, соли даже тут можно и не ложить, потому что у нас здесь майонез. Так, все заправили. Накрываем крышечкой, включаем огонь, ставим на средний огонь. Большой не нужен, маленький тоже. Так, ну и ждем где-то минут 10-15, когда стрелочка термоконтролера дойдет до середины зеленого поля. Ждем. Так, прошло 15 минут. Наша стрелка термоконтролера дошла до середины зеленого поля, мы отключаем огонь. И теперь ждем еще минут 15, и начинает работать наше термоаккумулирующее дно. Так, ну что, наше время прошло. Открываем крышку. Смотри, как все усело. Теперь можем перемешивать все. Все так хорошо проварилось. И даже цвет не изменился. Так, что будем пробовать? Мясо надо побольше было ложить. Побольше здесь достаточно мяса. И мяса, и овощей. Летом надо больше овощей есть, а не мяса. Так, ну что, пробовать будешь? Вилкой. Приятного аппетита.